Жители сразу нескольких городов, в их числе Рига, Даугавпилс, Резекне, Валмира, за тепло в феврале будут платить меньше. Об этом сообщила комиссия по регулированию общественных услуг. Снижение тарифа связано с тем, что упала цена на природный газ. В феврале она составила 270 евро за 1000 кубометров. И это еще не все. По прогнозам предприятия «Латвийсгаза», в марте природный газ снова подешевеет и будет стоить уже 256 евро за 1000 кубометров. К примеру, в Риге это снижение весной по сравнению с ноябрем составит 8%. Пожар уничтожил цех по производству гранул одного из предприятий «Видземе». Это произошло в понедельник ночью, но погорельцы работу не потеряют. Уже на следующий день после пожара на предприятии выполняют заказы. Гранулы пакуют в мешки. То, что пожар удалось потушить быстро и пострадал всего один цех, не случайность. На предприятии, говорят, недавно здесь прошли пожарные учения и появилась эффективная сигнализация. В прошлом году мы установили систему тушения, независящую от подачи электроэнергии. Это помогло пожарным локализовать возгорание за неполный час. Причину пожара еще предстоит выяснить. Убытки составили 500 000 евро. Деревообрабатывающая группа, в которую входит 5 дочерних предприятий, в Мадонском крае самый крупный работодатель. Она обеспечивает 200 рабочих мест. В цеху по производству гранул работало 10 человек. Пока их займут на другом производстве. Восстановить цех можно будет лишь после того, как предприятие получит компенсацию от страховой компании. В Лузновском поместье Резекненского края осветили капеллу. Местные жители очень ждали этого события. В Латгалии более 100 католических приходов, но нередко до церкви добираться приходится далеко. Лузновское поместье построили еще в начале 20 века, и тогда в нем была капелла. В советское время здание использовали и как контору, и как школу, и как библиотеку, а в капелле находился спортивный зал. Теперь поместье обрело первоначальный вид. Только что осветили капеллу. Бога чаще всего и лучше всего встречают в церкви, а ближайшая от Лузнова церкви находится в Розентове и Зосне. Автобус туда не ходит. А весной в поместье оборудует еще и Центр образования и искусства. Его открытие состоится 25 апреля, в день латгальских гончаров.